Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На одну копейку снизил цену строительства школы в Чистых прудах победителя аукциона. Разыграть контракт мэрии удалось только с четвертого раза. До этого на строительство не находилось желающих. В этот раз две компании подали заявки, только одна соответствовала требованиям, подавшая ее организация, и выиграла аукцион. Предложенная ей стоимость только на одну копейку меньше начальной. Построить школу подрядчик должен будет на 914 миллионов 76 тысяч рублей. Стоит заметить, что смету, несмотря на резкий рост в последние месяцы цен на строительные материалы, не пересчитывали. Какая компания выиграла аукцион, пока не сообщается, но ранее руководитель Кировспецмонтажа Алексей Миронов, после того, как бывший губернатор отчитал отказывающихся от строительства соцобъектов застройщиков, дал согласие на возведение объектов в Чистых прудах. Программа «Экономика». Прокуратура проверит, за чей счет московские актеры живут в Кирове. Ранее в СМИ появилась информация о том, что съемочную группу комедии «Честный развод 2», съемки которой недавно начались в нашем городе, разместили в гостинице «Вятка» за счет бюджета Кирова. Якобы решение принял глава администрации Дмитрий Осипов. И потратили на это 1 миллион 200 тысяч рублей. Как сообщает телеграм-канал «Источник онлайн», прокуратура собирается провести проверку по этому факту. Экономика на 101 FM. Более 200 домов в Кировской области остались без электричества из-за долгов. Общая сумма долга 2,5 миллиона рублей, рассказали в «Энергосбыт Плюс». Из-за этого в мае 200 неплательщиков оказались без света. А всего с начала года такая, как называют ее энергетики, крайняя мера была применена более чем к 1500 должников. Общая сумма их долга – 18 миллионов. После отключения неплательщикам придется не только погасить долг, но и оплатить услугу за отключение подключения электроэнергии – дополнительные 3000 рублей. Кроме ограничения энергоснабжения, предусмотрены другие меры по взысканию задолженности – арест и изъятие имущества, начисление пени. Экономика. В завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 63 рубля 10 копеек, евро 64,72. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.